В иранской провинции Западный Азербайджан усилились протесты. В городе Сойух-Булах Западного Азербайджана народные протесты приняли острый характер, сообщает телеграм-канал «Азад Иран». Так, прошлой ночью возмущенные демонстранты скандировали «Смерть Хаменеи». Люди жгли шины на улицах, преграждая дорогу полиции и бросая вызов правительству. Напомним, что акции протеста в Иране начались после смерти 22-летней Махсы Амини, которую арестовали представители местной полиции нравов за плохо надетый хиджаб. Через несколько часов после задержания ее госпитализировали в состоянии комы. После похорон Махсы по всей стране начались массовые протесты. Накануне в иранском городе Урмия школьница была жестоко избита за то, что сняла хиджаб. Девочку госпитализировали в бессознательном состоянии. Власти оказали давление на семью школьницы, требуя не афишировать ситуацию, а рассказывать, что девочка якобы больна. А за отказ участвовать в репрессиях против протестующих был арестован военнослужащий из Южного Азербайджана, молодой писатель Рамин Бехзад, проживающий в Тебризе. Местные источники отмечают, что Бехзад, находящийся в настоящее время на военной службе, не подчинился приказу командования о насильственном подавлении протестующих и был арестован 10 дней назад.